Депутаты Сената парламента Республики Казахстан в ходе рабочей поездки встретились с жителями Восточно-Казахстанской области. Парламентарии проводят разъяснительную работу в рамках предстоящего референдума по вопросу о строительстве АЭС. Депутаты обсудили с коллективом ведущего вуза региона, студентами и общественностью областного центра актуальные вопросы, касающиеся энергетической отрасли нашей страны. По мнению депутатов, очень важно вести разъяснительную работу с населением и предоставить максимально полную объективную информацию о вопросе предстоящего референдума. На сегодняшний день мы приехали вообще в область по разъяснению именно строительства атомной электростанции у нас в Казахстане. Мы говорили о том, что необходимо с точки зрения и политической, экономической, энергетической точки зрения решить данный вопрос. Есть, конечно, некоторые моменты, о которых они переживают. Это вопросы и отходов после атомной электростанции, и вопросы вообще, как она будет действовать, где брать специалистов для атомной электростанции. И мы вот это полностью все разъясняли. Как отметили сенаторы, Казахстан уже столкнулся с нехваткой электроэнергии. И для дальнейшего развития экономики страны эту проблему необходимо решить. Мы вчера были в Шимоносецком районе, там, к сожалению, становятся нормой на несколько часов подключения электроэнергии. В прошлом году это приведенное отключение было по суткам. И людям еще можно объяснить, а тем же коровам на крупном хозяйстве были. Механические дойки стоят, вынуждены покупать дизельные генераторы и так далее. Это реалии сегодняшнего дня. На мероприятии депутаты также рассказали о различных направлениях развития энергетики и обсудили опыт стран, в которых применяют мирный атом.